Первая пошла, красотка. О, дуечка. Ну что ж, еще кто-нибудь бывает? Ну-ка, кто там побежал? Ну-ка, ну-ка. Ой, сейчас ты вот так вот в подгоне. Мясничок. Троечка. Еще кто-нибудь. Беспощадный. О, да. Ну-ка, ну-ка, еще. Комбо. О, черт. Вот это да. Что это было, Элис? Слышал я где-то голос подписчика и... О, да, точно! Всем привет, с вами Элис, и сейчас у нас обзор на катану. Начнем с дальности. По меркам полигона это 3 клетки и 4 кругляшка. Смотрите, достает до самого... Ого! Ну, не знаю, сколько это будет в метрах, но вот увидите, если чуть-чуть отойти назад, то уже не достает. Но если вернуться обратно, то все вроде бы нормально, да, бьет. По радиусу могу сказать, если чуть ниже или чуть левее, правее, ну, как видите, уже плохо достает. То есть приблизительно, ну вот на уровне вот этого ширины прицела. Пробивает даже корунд. Это вам не угу-гу, хотя только правой кнопкой мыши. Левая же, мягко говоря, бьет послабже, да еще и дальность совсем не та. В общем, мой вам совет, бейте только правой. Держа ее в руках первый раз, конечно же, я думаю, что имеет смысл для начала постараться где-нибудь, ну, на какой-нибудь карте побегать, где мало игроков. Ну вот уже тут пара фрагов, и меня уже кто-то успел зацепить. И чувак пишет, чё? Что ты увидел? Что ты увидел? Что такое? А, Элис, здорово. Ну, и тебе пламенный привет, грешник 111111. Ну, что ж, вот уже бежит. Вот так вот, снова поздоровались. Ты понял, что ты понял? Ты понял то, что у меня катана? Кстати, да. Как же она попала ко мне в руки? Ну, по многочисленным просьбам, приблизительно, ну, пришлось, так скажем, закинуть кредитов, ну, и примерно 30 коробок у меня на нее ушло. Конечно же, я не сильно-то горел интересом ее выбивать, вам скажу, но я так подумал, поразмыслил, ведь я довольно часто играю за класс снайпер. И как вы знаете, у нас карты в Warface в основном такие маленькие. Это не в пример вот черное золото, где я сейчас бегаю. А в основном там вот снайперу мне приходится снайпером воевать с медиками, синжами в каких-то узких перетерках. Да, вот там вот. Ну, в общем, чтобы тащить, частенько приходится бежать вперед и натыкаться на них. А если вы где-то там находитесь, где-то в заднице, сидите там в кустиках, да, там, рассматриваете листики, то влиять на команду, чтобы конкретно она постоянно побеждала, да, ну, тяжело, потому что вы довольно скованы в перемещениях, передвижениях по картам, в этих вот узких переходах, которых, кстати, очень и очень много у нас в игре. И потому... Я решил, что усилить, так скажем, свой класс снайпера, да, и помимо того, что на средних, там, ближне-средних я могу достать дигл, издалека-то я там вообще нормально луплю, но еще и вблизи теперь я смогу всяких хитрых медиков поднарезать, да. Ну, в общем, специально для этого класса. Хотя, когда вот я раньше играл только штурмовиком, в принципе, надобности в этой штуке было не так много. Но еще вам могу сказать, конечно же, смысл ее выбивания был в том, чтобы, ну, согласитесь, иногда в некоторых таких тактических ситуациях, в видосах, да, будет классно, если я смогу тактически достать этот вот нож и покарать там кого-нибудь, да, какого-нибудь обидчика. Ну, в общем, я думаю, что, надеюсь, он принесет много веселья, и мне, и вам, и, в общем, будем развлекаться. Ну, а это мое первое видео, и более того, даже первая игра с этим оружием. Зашел я, как видите, на черное золото, пока что еще не совсем понял, что да как, но уже
убийств 23 серии. И это вот буквально с первых секунд. То есть у меня 24 на 0 сейчас счет идет. Ну, посмотрим, сколько я сейчас могу подержаться. Хотя тут всего пара ребят. Ну-ка попробуем. Вот так вот. Ох, он неуязвимый. И вот так случается первая смерть с таким грозным оружием. То есть, вроде бы, совсем уж страх потерял, что начал зажимать ребят, которые только-только появляются. Ну, конечно же, за это поплатился. Смотрите, что нам пишут в чат. Сейчас Элис затащит голубчика. Ну, раз уж ты написал, придется оправдывать себя, да? Вот так вот, беспощадный мясничок. Ножичек, если можно так назвать, оправдывает себя, по-моему, очень даже. Просто радует. Хотя, как говорили мои знакомые, на тестовом сервере, когда его первый раз вводили, он был еще намного круче. То есть у него там дальность была вообще еще больше, блин, раза в полтора, в два. Но я точно не знаю. Мне он уже, в общем, в руки достался вот таким, каким вы его видите, да? То есть его уже меньше, ну, ослаблять, я думаю, не будут никак. То есть вполне себе, конечно же, вносит корректирующий баланс в ножевые бои. И, собственно, начинает комнаты делиться на тех, у кого есть катана, и тех, у кого нет. Соответственно, катана с катаной воевать, ну, большого удовольствия нету. Это все равно, что нож с ножом, ну, никакой разницы. И у нас уже 17 фрагов. О, 18. Ну что-то я разошелся. Сзади были. Чи! Сзади же свои были. Ну, что это? Смотрите, сзади чисто своя команда. Бежит, да. Ну вот, видите, один, да, и там еще один. И что, собственно, откуда? Да, вот такие пироги. Да, таких смертей вам ничего не поможет. Ну ладно, играем дальше. И у нас тут жесткое месиво. Просто рубило, что сказать. Ну, первый фраг, второй. Еще кто-нибудь желает? Ну-ка, ну-ка. Вот он. Убегаем, разумеется. Не стоит подставляться под удар, мне кажется, вообще никогда. И вот тут кто-то. Ага. Раз. И пока вроде... Двоечка, кровавый, кровавый, беспощадный еще раз. Ох, 10 убийств уже, отлично. Еще, еще, налево, направо, да, так. Опять. Какая бы длинная у вас ни была сабля, все равно сзади со спины каким-нибудь маленьким отростком, вроде стандартного ножа, как сейчас получилось, вас всегда могут одолеть. Да устроим настоящее рубьё! Просто рубим, рубим! Троечка! Еще рубим! Еще! Еще! Да! Троечка! Кровавый мясник! Еще ныне! Да! 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 Вот да! Вот это класс, троечка! Ох, черт! Еще бегут! Хватывайте! Да! Рубим! Режем! Кромсаем! Жмем! О, да! О, сверху! Ну-ка, ну-ка! О! Даже по ноге задевай! Офигеть! Задеваем! Вот это просто! Просто жесть! Ну беги, беги, хороший! Вот! О! Пытается тут зарубить слева, справа! Мясник! Еще! Да! Кровавый! Нигер боец! Рвет! Двоечка, да! Кровавый! Кровавый! Вот так вот! Вот! Вот так вот! Давай, еще ты на меня, да? Троечка, да! Ну просто! Просто рубило! Ну посмотрите! Ну как она? Ну черт возьми! Вот это! Ну просто жесть! Можно так рубить, что просто, ну, я так никогда не рубил, ребят. Я раньше использовал кукри, но вот такое рубил. Смотрите, пишет, голубчики, дичь. А, головка. И снова кровавый, ну просто.
Вот это сабля. Сабля, катана. Настоящий самурай всегда рубит по три. Да. Потому что, когда он начинает рубить, на него сразу выбегает второй, третий враг. И он делает кровавый. Еще четвертый. Да вернее, уже 5 серия. И да, продолжает. Рубил его, месил его. И просто... Ну вот вообще, смотрите, можно даже практически 8, да? Ну попробуем. Кровавый. Еще немножко, нет? Смотрите. И еще бегут и бегут и... Где 8? Вот так вот. В общем, ребят, Пуха, огонь. Одобряю. Просто великолепно, получил массу удовольствия. Ну и, конечно же, думаю, буду вас радовать своей игрой за снайпера еще долгое время. Ведь она у меня навсегда. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Элис. Увидимся в новых видео.